Скажите, как мне удалось починить свои зимние ботинки? Значит, каждый день хожу, снег всюду, да, и смотрю, они промокают. Ну, короче, стало немного печально, что они промокают. Нанес антиреагент, короче, для кожи, значит, велюра и так далее. Вот так смято, потому что уже выдавил все. Дивидик, если я правильно читаю. Значит, смотрите, с учетом климата в России на весь день. Короче, от влаги, чтобы не промокали, значит, ну, чтобы кожа не пропускала. Здесь действительно была пористая кожа, сейчас она уже такая глянцевая. Вот такой вот, конечно, такие разводы остались, ну ладно. Потом, смотрите, друзья, вот здесь вот в примыкании взял просто герметик, значит, силиконовый герметик, и нанес, но смотрите, как он идеально просто встал, как он держится, как он вот при сминании не, ну, естественно, это герметик, это силикон, как он идеально просто здесь зашел, естественно, я все это прочистил, намыл. И теперь, друзья, о чудо, ни капли воды не пропускают, и просто, несмотря на то, что вот такой вот колхоз, да, но, друзья, на мой взгляд, лучше пускай будет колхоз, да, чем я подрабатываю, значит, курьером, бываю, значит, на улице по, ну, короче, работаю по 12 часов, и согласитесь, когда на улице мороз, там, ну, сейчас, конечно же, 10 градусов, да, но когда у тебя еще мокрые ботинки зимние, зимой, это не очень приятно, вот. Так что вот так вот, а ботинкам уже, ну, по-моему, в 2019 году их покупал, если я не ошибаюсь, то им уже, значит, ну, скажем, зимой 2019, да, сейчас уже зима 2023, вот, так что 4 года им. И вот так вот, значит, вот такое вот усовершенствование я сделал и очень рад этим, отлично работают. И самое удивительное, что мне казалось, что герметик отвалится, что он будет просто никак не держать, но он, смотрите, как будто вот прям на заводе сделали, насколько он прямо примыкает и ничего ему вообще не страшно. А герметик, он сколько там, почти ничего не стоит, и чуть что, если он где-то отойдет или так далее, я отдеру, он, кстати, отдирается элементарно, и заново, если что, приклею. Вот так вот. Всем пока.